Всем привет! Сегодня я получил посылку с Best Secret. Хочу с вами поделиться, как в этом онлайн-магазине можно недорого покупать вещи, одежду и обувь известных дизайнеров по приемлемым ценам. Что такое Best Secret? Best Secret – это закрытая торговая площадка, на которой могут закупаться только зарегистрированные пользователи. Предприятие фирмы Best Secret активно в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Англии и Швеции. Что для этого нужно сделать? Если есть желающие покупать вещи, хорошие, качественные и недорогие, я объясню, пишите в комментариях. Описание после видео следует. Сайт я дам, но без моего, так сказать, моей помощи вам там, к сожалению, не зарегистрироваться. Ну, теперь давайте посмотрим, что я купил. Я покупал летние вещи. Посылку я уже открыл. Здесь вот такая вот, все это дело, значит, такими вот защитой, чтобы ничего не порвалось, не помялось. Вот такая карточка, на которой написано имя девушки, которая запечатала с благодарностью за покупку. Я купил вот такие шорты летние от Кевин Кляйна. Они мне обошлись в 24 евро. Цена их была 60. Значит, купил я вот такие носки, 6 пар от Champignon, 3 пары, и здесь 3 пары. Здесь, значит, 57% баумволь, 41% полиэстер и 2% эластопана. Так. И я купил себе обувь от Даниэль Хекстер. Вот такие вот летние туфли. Они с кожаной стелькой. То есть даже ноги будут не сильно потеть, я думаю, надеюсь. Вот здесь такой материал, они прошиты, и подошва, хочу сказать, очень мягкая и удобная. Значит, за эти три вещи я отдал около 75 евро. Значит, туфли обошлись мне в 40 евро, носки 12 и шорты 24, то есть 76 евро. Да. Я всех благодарю за просмотр. Все желающие, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием помогу вам зарегистрироваться там. И, пожалуйста, покупайте вещи себе, когда вы зарегистрируетесь. Вы можете также зарегистрировать своих друзей, близких, знакомых, родственников. Всех, кого угодно. Все это очень просто, легко и доступно. Так что всего доброго. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.